По неподтвержденным данным, тысячи детей проснулись и не нашли рождественские подарки. Ты настоящий Санта? Ну да. Срочная новость. Мужчина, утверждающий, что он никто иной, как Санта-Клаус, пытался украсть оленей. Санта, что я получу на Рождество? Вы должны отпустить меня, или Рождества не будет. Санта в тюрьме. Что? Он разбил сани, потерял оленей. Если мы ему не поможем, Рождества не будет. Все, ребята, конец. Ко вчерашнему чудику мы не поедем. Он не чудик, он Санта. Твое сердце знает, кто я. Ты что-то принимаешь? Найдите оленя. Он приведет вас к моим новым волшебным саням. Он говорит? Он общается. Ну и что это значит? Скоро мир проснется и поймет, что Санта ушел в самоволку. Санта рассчитывает на тебя. Слышал, ты умело изображаешь Санта-Клауса. Не дают пройти, рявкни, смойся с глаз моих. Смойся с глаз твоих! Нет, не смойся с глаз твоих, а смойся с глаз моих. Смойся с глаз твоих и смойся с глаз моих. Да. Офигеть! Эльф! Тебе бы на диету. Учитывая, сколько пирогов я съедаю, дела у меня не так уж и плохи. Это же северное сияние. Невероятно. Я просто хотел побыть настоящим отцом. Ты хороший отец. Он Санта! Так и есть, правда. Я не эльф. Достать Санту. Не так уж и сложно. Скоро на экранах.